Эту часть Чили в 3 часах перелета на юг от Сантьяго называют «Параиза Пердидо», что в переводе с испанского означает «потерянный рай». Река Футалифу, протекающая здесь в Андах, известна среди поклонников экстремального сплава как одна из самых сложных рек в мире. Сюда, в городок Футалифу, в начале марта 2000 года приехали 14 национальных сборных команд на чемпионат мира по рафтингу Camel White Water Challenge. Рафтинг – это сплав по бурной, или как ее еще называют, белой воде на надувных плотах рафтах. Спортсмены получили инструктаж, экипировку и снаряжение. Кто-то поспешил запечатлеть себя в новой форме, а кому-то и без нее было хорошо. Здесь отличилась новозеландская команда. Молодежь Футалифу в лучших народных чилийских традициях готовилась к встрече с высокими гостями. Вечером в самом большом зале городка состоялось торжественное открытие чемпионата мира по рафтингу Camel White Water Challenge, поздравительная речь мэра и концерт для гостей, на который собрались почти все местные жители и подтянулись с соседних рек заезжие поклонники сплава по бурной воде, приехавшие со всех концов света. На следующий день первый старт, так называемая квалификация. Все команды должны пройти сложный участок реки на время. Полученные баллы не входят в зачет, но от этих результатов зависит стартовая позиция команды на следующем этапе, что может сильно повлиять на исход всего чемпионата. И вот прошла финишный створ последняя команда. И пока подсчитывалось время каждой из них, капитан Сергей Петров оптимистично оценивал положение российской команды. Хотели первые, но пока вторые, наверное. А как вы прошли? Ребят, ты доволен ребятами? Да, все... Я об этом ему не скажу. Правильно. Все удачно. Все отработали как надо. Несмотря на усталость, настроение у нашей команды было хорошее. Ну, выдал все, что мог. Понятно. Замечательная погода. Очень хорошая речка, вот, и прекрасное настроение. Что скажет мозг команды? Мозг должен думать. А для этого он... Для того, чтобы говорить, у нас есть другие люди. Говори. Что говорить? Кормят тут вкусно. Хорошее настроение было не только у нашей команды. Какие-то шутники сделали участникам чемпионата мирно пасущиеся животные, чем сразу же воспользовались многие команды. Никто из них не подозревал, что следующий этап соревнований, спринт, станет одним из самых драматичных в этом чемпионате. Сюда, в эти живописные места чилийских Анд, приезжают сотни туристов круглый год, чтобы сплавиться по одной из самых сложных рек в мире – Футалифу. Многочисленные пороги, сливы, бочки переходят друг в друга и образуют многокилометровую трассу белой воды 4-5 категории сложности. Желающих приехать сюда значительно больше, но добраться в эту глушь непросто. До ближайшего чилийского аэропорта 12 часов пути. В марте 2000 года на реке Футалифу прошел 5-й чемпионат мира по рафтингу Camel White Water Challenge. Спортсмены из 14 стран готовились к параллельному спринту. Россию представляла команда Невактур из Санкт-Петербурга. Повсюду, здесь и там, на глаза попадались карабинеры. Они выполняли работу сотрудников ПДС, службы спасения 911 и лесничих в одном лице. Был воскресный день, и на берегу собрались все жители города Футалифу посмотреть на необычные для этих мест события. В спринте рафты стартуют парами. Победитель выходит в следующий этап и так до финала. Но то, что произошло, не мог предположить никто. В первых этапах победила река. Впрочем, смотрите сами. Oh,
Такого количества переворотов не помнит ни один из прошедших чемпионатов Commonwealth Challenge. Российская команда выиграла у мексиканского и японского экипажей в первых заездах. В полуфинале встреча с опасным соперником, очень сильной командой Словакии, и у них к тому же преимущество – лучшая стартовая позиция. Они все время нам подставляли корму рафта, то есть пытались нас задавить. Ну и в результате сами очень долго оборачивались на нас, смотрели, где мы там, и попали лагом в бочку. Это чисто их ошибка. Команды, проигравшие в своих заездах, с берега не уходили и с интересом наблюдали за ходом борьбы. И вот финал. Стартуют команды России и Словении. Рафты финишировали настолько плотно, что с нашего места было непонятно, кто победил, и только по реакции российских рафтеров мы поняли, они первые. И первые скупые интервью. Вообще приходилось рисковать. Где? Вот на бочку на эти. Шутили ее вперед, не успевали уходить. Первыми бросились поздравлять наших спортсменов эмоциональные American Woman, американские девчата. Когда страсти чуть улеглись, ребята оценивали свою победу так. У нас был просто звериный напор. Просто я такого никогда тоже и за собой не замечал, и за ребятами. Вот когда вот у нас во втором спуске, когда мы встали на свечку, мне кажется, казалось, что если даже рафт был под отрицательным углом, мы все равно бы, значит, не перевернулись, мы там готовы были забороть, так сказать, положить, выиграть. Ну а вечером, после скромного спортивного ужина, в спортзале состоялось награждение команд. Сначала за третье и вторые места, и последними награды за первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира Commonwealth World Challenge получили российские спортсмены. Все участники чемпионата мира по рафтингу Commonwealth World Challenge проживали в городке Футалифу. Его немногочисленное население занимается деревообработкой, разводит скот и обслуживает приезжих туристов. Здесь, в этом глухом уголке Чили, есть все, от больницы до спутникового телевидения, для того, чтобы не чувствовать себя оторванным от всей страны, ведь до ближайшего поселка несколько часов езды по горным дорогам. От гостиницы, где размещался штаб чемпионата, каждое утро стартовали все команды. Наши парни коротали время, занимаясь дружескими дорисовками к портретам друзей по команде. И снова в путь. Скоро будет дан старт на трассе слалома. Здесь победителем становится тот, кто на дистанции покажет лучшее время и не наберет много штрафных очков из двух попыток. Условием чемпионата финишу рафт должен прийти со всей командой на борту, иначе попытка не засчитывается. И чем больше ворот ты заденешь, тем больше штрафных очков ты получаешь. В первом заезде российская команда заняла лишь 7-е место. Бороться приходилось с чемпионами мира по гребному слалому командами Чехии и Словакии. Вторая попытка была более удачной и принесла российской команде 3-е место. Капитан Сергей Петров сдержанно радостно прокомментировал это так. Вторая лучше. Всегда лучше. У нас это традиция. Вторую попытку мы всегда улучшаем. Команда более эмоционально радовалась этой победе. Мы молодцы! Мы с Серегой первые решили идти так. Получилось плохо. Подумали, что надо второе по-другому идти. И получилось хорошо. Вчера мы очень на спринте устали, потому что у нас было больше всех рейсов. Лично у меня после выхода из последних 8 ворот все силы кончились. Я уже просто бил по воде. То есть вот последние 10 метров до финиша уже все, как отрубило организм.
Бронзовые призеры в этот вечер могли расслабиться. И пока остальные участники чемпионата лихо отплясывали на дискотеке, наши берегли силы и рубились в козла. При этом тренер просвещал команду переводами из путеводителя по Чили. На завтра в бой надо было идти Александру Чигидину. В длинной гонке на каяке общий старт. Давка в начале дистанции и взвинченный до предела темп на протяжении всей трассы. Для нашего спортсмена выход на старт был уже поступком. Накануне чемпионата на тренировке Александр получил серьезную травму, и само участие его в соревнованиях было под вопросом. Основная борьба разворачивалась на порогах, которые можно было пройти разными путями. При этом каждый старался не перевернуться и не потерять темп. Телекамеры почти проморгали его на финише, и никто не предполагал, что Александр Чигидин выиграет бронзовую медаль, которую вечером ему, герою дня, торжественно и вручили. Бронзовые медали за третье место в слаломе чемпионата мира по рафтингу Camel White Water Challenge получили также и российские спортсмены. На следующий день всех ждал последний этап – марафонская гонка на рафте. На чемпионате мира по рафтингу Camel White Water Challenge приближалась кульминация. На завтра старт последнего этапа соревнований марафонской гонки. Российские спортсмены выходят на нее с лучшим количеством набранных очков. Последняя гонка решает все. Плотность результатов между ближайшими соперниками из Словакии, Чехии, Словении и России была таковой, что в случае победы на этом этапе любая из этих команд автоматически побеждала в чемпионате. До позднего вечера сидели в горнице члены российской команды и прикидывали план прохождения дистанции. Утром по пути к старту российская команда ушла в себя. Полная сосредоточенность капитана и внутренняя собранность команды. Это состояние похоже было только у российских спортсменов. Вокруг царила внешняя веселость и беспечность. Казалось, что время тянется как резиновое. Последние священные действия перед стартом, обратный отсчет и старт. Несколько мгновений спустя российский рафт вырывается вперед. Финишем завис вертолет, стало ясно, что первые рафты приближаются. Но и вопрос висел в воздухе, сохранила ли лидерство российская команда. Да, команда Неватур из Санкт-Петербурга стала чемпионом мира по рафтингу на реке Футалифу в Чили в 2000 году, ей не было равных. Какого чувствуется чемпионом мира вообще? А я еще пока ничего не почувствовал, я еще пока там сижу. Кажется, начинаем доходить. С 96 года мы шли к этому успеху. Здесь же, в кузове автомобиля, состоялось первое в этот день награждение, где хорошая погода и радость победы российской команды отразилась в нескольких фотоснимках. Спустя несколько часов на центральной площади города Футалифу состоялся большой карнавал, в котором принимали участие все спортсмены-участники чемпионата мира по рафтингу Camel White Water Challenge 2000. Вечером, как и все эти дни, команда России вышла на подиум, где 7 спортсменам из России были вручены по заслугам высшие награды чемпионата, золотые медали. А в общей сложности российской команды из Санкт-Петербурга собрала на реке Футалифу в Чили 50 медалей различного достоинства. Но это не конец.